637 нарушений на сумму более 1 миллиона 870 тысяч тенге в Мангыстау подвели итоги месячного рейда. Честниками были проинспектированы торгово-развлекательные комплексы всего региона. Проверено порядка 52 объектов, сообщил начальник департамента ПЧС Куанар Базарбаев. Мои коллеги поведают подробности профилактических мероприятий. Рейд стартовал с 1 апреля. При инспектировании торговых центров было выявлено немало нарушений. Как оказалось, 30 объектов не оборудованы системой пожарной безопасности, 9 объектов системой автоматизированного пожаротушения. О наиболее распространенных нарушениях поведал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям. 52 вот объекта, которые провели, из них нарушение 637 нарушений было в общих. Но это часто касается, как уже говорили, и по этим по проводкам электричества, и по огнезащитной обработке, скажем, есть, и по пожаротушению системе тоже нарушение есть, по пожарной сигнализации, по эвакуационным выходам есть нарушение, конечно. Количество этих огнетушек, средств не хватает в этих зданиях. Таким образом, 51 юридическое лицо привлечено к административной ответственности, выписаны предписания. На устранение дается в среднем месяц. 40 лиц оштрафовано на сумму свыше 1,5 миллиона тенге. В среднем сумма штрафа колеблется от 15 до 50 МРП. И выданы соответствующие предписания с конкретными сроками исполнения. По итогам сроков указанных предписаний будут департаментом осуществлены контрольные проверки. На основании этого, если будут выявлены неустраненные нарушения, тогда уже согласно 462 статьи Кодекса об административных правонарушениях данные материалы будут переданы в органы суд для дальнейшего рассмотрения материалов в суде. Уже там статья предусмотрена штраф либо приостановление деятельности того или иного объекта до полного устранения нарушений. На всех объектах были выявлены нарушения, огнеборцы отметили. Произведена внеплановая проверка, поэтому в связи с постановлением плановые переносятся на следующий год. Однако предприниматели обязаны устранить все неполадки и выполнить предписания честников. Динара Нургалиева, Амангельде Турахмет, Каспий Акпарат.